Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашем обзоре автомобиль Audi A4 2003 года. Этот автомобиль имеет систему полного привода под названием Quattro. Коробка автомат. Пробег этого автомобиля 94 тысячи миль. И продаем в США мы этот автомобиль за 6 тысяч долларов. Вот так выглядит брелок, стандартный для Audi и для Volkswagen, выглядит одинаково. Что удивительно в этом автомобиле, так это то, что нет кожаного салона. Дело в том, что в США найти Audi A4 без кожаного салона или Audi A4 без полного привода большая-большая проблема. Есть интересная функция у Audi, это проверка систем. И сейчас мы нажмем кнопку Check, и система просканирует на неисправности весь автомобиль. Окей, можно ехать. Итак, в этом автомобиле, в этой простой комплектации, сиденье мы видим без электрических регулировок, а вот за счет механических регулировок мы можем регулировать. Так, вот так видно по длине. Но, что интересно, не в каждом автомобиле есть такое приятное приспособление, как такая вот полочка или бардачок под сиденьем. Здесь мы видим, что максимум нагрузка должна быть не больше 1 килограмма. Ну что же, удобно. Вот так замечательно, легко и просто открываются, раскладываются сиденья. Вот как легко они сложились. И мы видим, ну, достаточно объемный багажник. Удобно, что в подлокотнике есть аптечка. И посмотрите, как удобно, что здесь есть тоже подстаканники для кофейку. Блокировка открытия и закрытия задних дверей.
защита от детей такая. Итак, магнитола здесь очень удобная. Здесь стоит CD-чейнджер на 6 дисков. Ну и пережиток прошлого, конечно же, аудиокассеты. Здесь есть ящичек для каких-то мелочей. Есть подстаканник, безумно удобная вещь. Кнопка аварийной остановки. Система ESP, ну это аналог ABS. Ну, с магнитолой здесь понятно, здесь всякие кнопки регулирования. Что интересно? Интересно, что в этом автомобиле стоит раздельный климат-контроль. Сейчас мы его попробуем включить. Вот, мы можем для одного пассажира навести одну температуру, для другого пассажира другую, любую. Также мы регулируем мощность кондиционера, различные режимы. Вот как выглядит спидометр и тахометр. Давайте послушаем, как этот двигатель 1.8 турбо звучит. Я специально открыл окно. Звук приятный, ну и приятно, что хорошая шумоизоляция в Audi. Так, руль здесь простой, никаких кнопок здесь нет, кроме сигнала. Есть здесь у нас круиз-контроль. Поворотники. Вот здесь включается свет, габариты. И натягиванием на себя включаются противотуманки. Вот, открываем, закрываем окна. Вот так регулируются зеркала. Открываем и блокируем двери. Вот как выглядит двигатель в этом автомобиле. Ну что, А4 едет очень-очень приятно. И, наверное, она лучше в своем классе. Конечно, сказывается качество Audi, поэтому здесь хорошая шумоизоляция. Полный привод, у Audi он называется Quattro, отлично держит дорогу. Я могу о этом автомобиле говорить только очень хорошо. Потому что, ну, действительно, она приятная, хорошее качество отделки внутри, то есть радует и глаз, и классное ощущение по езде. Нельзя сказать, что она очень мягкая, да, но подвеска достаточно комфортная, без сомнений.